В Твери с бизнес-миссией побывали ведущие туроператоры Москвы. Они пообщались с коллегами из Верхневолжья и обменялись накопленным опытом. Участниками переговоров стали более 80 человек. Об итогах встречи в сюжете нашего корреспондента. Туристический поток в Тверскую область с каждым годом растет. В прошлом году число путешественников составило 2,8 миллиона человек. Во время деловой встречи регион представил основные туристические маршруты Верхневолжья. В том числе в преддверии юбилея Александра Пушкина маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Предложения для отдыха на Московском море, варианты для всесезонного отдыха, а также проект «В отпуск каждые выходные». Еще очень важное направление, которое мы хотим проработать сегодня, это добавить наш город Ржев, патриотический маршрут, патриотическое кольцо России. Сегодня как раз будем вести переговоры с нашими коллегами, которые занимаются это на уровне всей Российской Федерации. Для нас это было бы очень важно, поскольку это большая точка протяжения и большой символ всей нашей России. Путешественники из Московской области составляют основную часть туристического потока нашего региона. Поэтому одно из основных направлений – деловой встречи, укрепление межрегиональных связей между столицей и Верхневолжьем. А после презентации туристического потенциала представители московской делегации смогли лично пообщаться с коллегами из Тверской области. Оказалась статистика, 85% наших гостей, нашего отеля-усадьбы из Москвы. Поэтому вот этот контакт между агентствами Москвы, которые смогут рассказать и нас правильно рассказать, в чем ценность Торопца, Тверской области. В Тверской области масса удивительных мест, о которых есть что узнать. Вот. И вот внутренний, конечно, туризм, он сейчас как никогда, мне кажется, становится популярным. И наши московские гости не с удивлением узнают о том, что есть такие замечательные места, о которых пока мало что известно. Но я думаю, что это временное явление. В 2024 году Москва получила звание столицы детского туризма. Поэтому внимание со стороны столичных представителей туристической отрасли было уделено продвижению предложений для детской и семейной аудитории. Начинаем этот год с бизнес-миссии, где хотели бы представить туристический потенциал Москвы, познакомиться, естественно, с туристическим потенциалом Тверской области. И в составе сегодняшней делегации у нас и представители объектов размещения, объектов показа, и крупнейшие туристические операторы Москвы. Надеюсь, что такая встреча будет полезна и будет продвигать взаимные туристические потоки между Москвой и Тверской областью. По итогам встречи планируется заключить не менее 50 соглашений между Москвой и Тверской областью на ближайший сезон.